Участок дороги улицы Крылова на пересечении с Ивана Голубца стал очень оживленным с появлением нового микрорайона на высоком берегу. Ближайший пешеходный переход только в 100 метрах. Многие на свой страх и риск перебегают проезжую часть в неположенном месте. В городскую администрацию стали обращаться жители нового микрорайона с просьбой организовать здесь пешеходный переход. Конечно, он нужен, потому что детки могут попасть под машину. Здесь машины прям летают и не смотрят, как правило. Это в Анапе есть такое. Поэтому я считаю, что пешеход обязательно нужен. Потому что и к морю здесь легко пройти. Сейчас же здесь новые дома построили. Я думаю, деток будет очень много. Там новые площадки, и все, как правило, туда ходят. Поэтому я за пешеход. По поручению главы города на место выехала комиссия, которая, оценив ситуацию, приняла решение не только организовать безопасный переход через дорогу, но и благоустроить пешеходную зону. На данном пересечении планируется устройство пешеходного перехода через улицу Ивана Голубца. Будет построен дополнительный пешеходный переход, дополнительный тротуар, примыкание к проезжей части для устройства пешеходного перехода также через улицу Крылова. Коснутся изменения и пересечения Ленина-Крылова. Пока на оживленном перекрестке всего два пешеходных перехода. До 5 июня здесь планируют нарисовать еще две зебры, чтобы пешеходы максимально безопасно могли пересекать проезжую часть. Кроме того, сейчас обсуждается вопрос о решении проблем и с заторами на этом участке. На минувшей планерке тему поднял глава Анапы Юрий Поляков. Он поручил разработать план по совершенствованию организации движения. Руслан Душевский, Анапа регион.